Rodambra. Woo-hoo! Prepare to attack from behind! This ends here. Alarm, alarm, alarm! How am I supposed to do all this? Здравствуйте, товарищи, с вами Сэд, это South Park The Stick of True, будем просто называть палка истины. И мы отправляемся сейчас на нашу первую миссию, так сказать. У нас новый продавец. Вооружимся, раз уж я второй уровень получил. У меня сейчас что? Бля, а как тут сравнить-то с тем, что у меня одето? Вот что лучше, вот этот меч или вот эта сабля? Судя по урону, сабля лучше, но вот это что такое? Плюс 7. Для правоверных, это еврейский, наверное, кинжал. Кинжал, очевидно, для разбойника, электрическая палочка. Ладно, будем считать... Сделан из двух. Твою мать, ладно. Будем считать, что это мое. Теперь. Снаряжение. Шлем Клайда. Ну, мне, если честно, не хотелось бы его одевать, и тем более не хотелось бы его покупать. Поэтому я так и сделаю. Ну, это потому что логично. Имидж. 2 бакса. Кельтская боевая раскраска. Нет, я обойдусь. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Новое оружие. Урон от оружия увеличивается на 2 показатель брони. Ого, а у старого даже оружия было этот урон больше. Судя по всему, для нубов первого уровня. Увеличивает урон от оружия на 25 на оглушенные цели. Бля, ну и отстой. Ну ладно. Так, ну что? Приятель разблокирован. Баттерс. А, это дом Баттерса было, я думал это... А, нет, подождите. Почему Баттерса? Это же дом этого, Картман. Картман, дети вон там поосторожнее. О, сколько у Эрика маленьких товарищей, он такой дружелюбный мальчик. Пойду сопру у него что-нибудь дома. Теперь у тебя есть задание текущего визита в город. Нажми M, чтобы открыть карту мира и понять, куда тебе нужно идти. Зайдем к Картману. Это же комната короля. Не думаешь, что нам стоит здесь ошиваться? Что именно ты ищешь? Ну, не знаю, что-нибудь. А как что-нибудь подобрать? Наверное, никак. Двойной подбородок у Картмана. Ну что ж, я думаю, то, что мы заберем все. Потому что мы злой. Компакт-диск Вера плюс 1. 7,75 баксов. Что это за амёба? Ну, это, наверное, в какой-нибудь серии South Park было. Я уверен, что тут куча отсылок, но так как я их не смотрю, то сказать ничего не могу. Трусы, деньги, дилда, черный гром, дилда, пурпурная страсть, дилда, кролик Роджер. Трусы, элемент задачи. Надо собрать 5 трусов. Ни хрена себе, у нее тут кокаинчик всякий. Вот где творится прошлая неделя. Да, лиловая краска, силиконовая кукла, прямая стрижка. В общем, куча пошлятин. У тебя появился первый краситель. Используй, чтобы перекрашивать свою одежду. Открой инвентарь с помощью I. Так вот где Картман. Пахнет так, как будто волшебник варит здесь какое-то зелье. Типа жарко. Похоже, он забыл промыть мясо. Типа жаркое. Упаковка морских человечков.
Для чего они, интересно, нужны? Спид? Чё за спид? Тампон из волос Чероки. Это я помню, в какой-то серии было. Если брызнет, получишь право на бесплатное желание. Нет, вот это я брать точно не буду. И оставим отключенным. Ну, Картмана все равно никто не любит, так что пофигу. Ну, судя по тому, что здесь всякие ачивки дают. Ключ от гаража. Окей. А, всякие ачивки дают за то, что я у него в доме шарюсь, то, вероятно... Благодарим за приобретение комплектов наикрутейшее братство из Супермен, Самурай, Космонавт со всеми плюшками. Теперь все твои плюшки будут храниться в сундуке с игрушками, которые стоят у тебя в комнате. Ну, это, вероятно... Нас на улицу не пускают, наши родители не хотят, чтобы мы получили... чего-то там, опасности этого мира. Борода волшебника, серая краска. Так вот, DLC-шки, короче, за предзаказ, скорее всего. Всякие. Бля, урон наносит. И это геймплей? Кто-то хочет шоколадные коржики? Что? Бля, лучше на дорогу выйти. А на дорогу нельзя выйти. Ну, сюда вообще можно пройти, нет? Это местоположение указывает желтая стрелка. Восклицательные знаки обозначают здание. Наводи на них курсор, чтобы увидеть местонахождение и конкретное здание отправлять тебя туда. Ну, окей. Приблизить. Я вот здесь вот. А мне нужно вот сюда. Но как мне туда пройти? Непонятно. Ну, не такой урон наносит. Если хочешь не тебе бежать. Так, ты кто? Король-магистр говорит, что я слишком рыжий, чтобы быть человеком, но паладин Беттерс втихую позволил мне чего-то там втихую. Если твоей лошади как-нибудь понадобятся новые подковы... В чужой дом зашел. Беттерс очень милый мальчик, правда, надеюсь, что ты будешь... А, это родители Беттерса, да? Значок инспектора Баттерса. Это я тоже помню в серии. Какой-то было. Какашка, которая пописала. Должно быть новичок. Мы играем. Вот славно. Лобковые волосы. Кто за них 5 центов хоть отдаст? Это там, где было... серия про чили. И лобковые волосы, где Картман готовил чили с использованием лобковых волос. Добро пожаловать в мою комнату. Ну, тут ничего нельзя брать, насколько я понимаю. Или я чего-то сильно не понимаю. Фотографии изюминки. Это мои приспешники, они помогают мне наказать чего-то там, сообщество. Ключ от логова хаоса. А где, интересно, логово хаоса находится? Я просто не помню. Я знаю, что он доктор хаос или мистер хаос или что-то типа того. 885. Интересно, что это значит? 885. Ключ от гаража, деньги, отвертка. Самое забавное то, что он ходит Ахкама Геймшар. А, это, насколько я помню, аналог Xbox, наверное, какой-то. А как
Я хочу в шкатулку залезть. Рассредоточиться, сержант. Это наверняка какая-нибудь отсылка к какому-нибудь фильму. Ржавая труба, розовая краска. Ну, пока ничего интересного мы тут не нашли. Мыло на веревке. Можно отпиздить рядового кучу. Ладно. Итак. Пошли к ним в гараж. Или у нас сначала на кухню. А, я тут был. Тогда в гараж. О, столешница открыта уже. И тут уже все открыто. Там, походу, этот играет. Терренс и Филипп. Безумный велосипед, перчатки друида. 4-й уровень. Ну что ж. Мерцающие объекты можно стрелять из оружия дальнего боя. А, наверное, надо было стрелять из этого. А как его переключить? А как поменять оружие? Кто мне расскажет? Кто покажет? А вот стрельба. Я, правда, так и не понял, вот эта стрельба появилась. Ну, я жму на ку, но чуть не выходит. Так. Надо просто, наверное, зайти в управление и посмотреть, как сменить оружие. Ага, а управления-то тут и нету. Справка? Не, ну это слишком... Это слишком... О, оружие дальнего боя. Бля, что-то неприятно. Лук у меня выбран. Критический урон 3 снарядами при отличном ударе. И пробивает броню лук. К тому же. Может загуглить проще? А, на F. Окей. Нидзуми какой-то. Окей, на F. Так бы и сказали, что на F. А, сугроб, кстати, можно сломать. И тут сумка. А в сумке... всякая шняга. Может и крыс надо было тогда этим? Бля... Звонят, как всегда, не вовремя. Так. А у себя-то дома я и не все обшарю. Так, давайте. Я не помню уже зачем, но зачем-то мне надо было пройти комнату, чтобы вот к этой вот штуке подойти. А всякие плюшки. Выберите предмет из инвентаря двойным шашечком мыши. Перчатки, маска, шапка. Ну, в общем-то... Хотя шлем самурая... Звучит опасно. Ну ладно. Хотя я обычно не фанат таких донатерских штучек, но если... А, он... Вроде бы не такие уж они
и читерские. Хотя, нет, пожалуй, они довольно читерские, но я все равно их одену, потому что... Потому что я хочу. Все, валим отсюда. Хотя можно попробовать зайти в комнату к родителям. Старая бейсбольная перчатка. Куда раньше нельзя было зайти. Все, в тряпки. Может, узнаем тайну нашего происхождения вообще. Карандаш, смятая бумага, какашка. Бля, просто жесть. Нет, эти родители какие-то слишком уж... Там ванны делать нефиг. Ладно. Я не совсем понимаю, каким образом я должен сейчас... попасть вообще в этот... Ну, куда мне надо на задание. Но очевидно, что вот так вот. Я здесь... Что? Я здесь? Нет, это дом Баттерс. А я-то сейчас вообще хрен знает где нахожусь. По идее, вот мой дом, да? Нет? По идее, да. Да. Как-то очень... Чтобы разрушить препятствие... А, еще чекпоинт открыл. Тимми! Такой звук! Это было забавно. Ну ладно, но мне не нужно, в общем-то. Мне вот сюда попасть, но он не сможет меня туда довести. Ладно. Это что у нас? Ни хрена себе. Внезапный крик. В этих землях таится множество опасностей, новичок. Да, ты переехал не в то королевство. Отличная прическа, чмо. Почувствуй мой гнев. Бонус к атаке. Я не помню, я увернулся или нет. Ага, хорошо. Ты ранен, похоже, это работенка для паладина Баттерса. Йоу, что он сделал, я не понял. Я выжат, лучше подожду ход. Когда ходит твой компаньон, он может использовать предмет или быстрое действие, а затем атаковать. Ход заканчивается сразу после атаки, поэтому сперва нужно использовать предмет или быстрое действие. Так, это что у нас в способности? Молот правосудия. Запускает молот. Провоцируя ярость, прекрасно пробивает броню. Молот бурь. Крушит всех врагов в колонии, серьезно травмируя. А, ну окей. Он в телефоне сидит. А, вот в этой колонне. Бля. Смотри, у тебя кровотечение. Нападение врагов, предметы и твои собственные способности могут применять тебе или твоим врагам. Статусные эффекты. Используй меню осмотра, чтобы узнать о своих статусных эффектах. Кровотечение. Ну, я понимаю, 5. Наверное, это значит то, что... Вызывает повреждения в конце каждого хода, эффект суммируется до 5 раз. Выглядит так себе. Вот, прими целебный эликсир. Окей, ну тут еще обучение идет. Побочных эффектов нет. Всегда носи с собой несколько эликсиров, только не повторяй моих ошибок, не попадайся, когда... Что? Так. Ну давайте попробуем из лука. Они, как правило, слабые. Ни хрена себе. Что-то они жесткие какие-то. Вот так, приятель. Ага. А этих-то ОС у него всего 2, так что будем просто атаковать. Man, right. Oh.
Бля, а возможно вообще... Возможно ли вообще, мне интересно, что-то там сделать, я не знаю. Я забыл уже, что я хотел сказать. Ну, бля, он... Бонусный урон, праведный. Друиду надо вжахнуть. Бонус способности. No. Ну что ж, я жду повышения, сказал Баттерс. Победа, опыт плюс один, новое сообщение от пользователя Картман. Как бы его прочитать? Вот еще вопрос. Воскрешающий эликсир даже есть. Деньги. Ухо эльфа. Ну, в принципе, логично. Они же как-то себе уши на башку нацепляют. Только вот они у них не исчезают после того, как... Кстати. Офицер Барбери, это же Барбреди, стой. Я буду следить за тобой, новичок, на Фейсбуке. Надеюсь, ты постишь много фоток с котиками. А это что за баба? Лучший способ попасть в Канаде через север. Она какая-то сквозная. Я хочу с ним поговорить, но он не хочет со мной поговорить. Ладно. А, я вообще сюда сначала собирался идти. Бля. Ни хрена себе, тут так-то довольно большой этот город, если ходить так. Это что у нас? Созови лучших. Ну ладно, думаю, отсюда мы пройдем сейчас. Без проблем. Кстати, сумочка. А как бы ее... Как бы ее подобрать? Банк. И что детям делать в банке? Что, не спереть? Ручки? Если решишь что-то сделать с носом, обратись к доктору Тому. Он просто ас. Внимание, утвержденное ограбление. Кладите все деньги в мешок или тут всех перестреляю к чертям. Эй, Лаура, Бенни, как дела? Вижу новичка в курс дела. Эликсир скорости, деньги, маргаритница, маргаритавиль делюкс. Ладно, понятно, тут бесполезно что-то делать. А тут сюда даже зайти нельзя, нифига себе. Какой... Здесь у нас рынок, сюда наши герои могут прийти за разными прибамбасами. Чёртовы дети. Да уж. Ни хрена себе, да что за курица с шестью грудьми? Случайно сделал кому-то ребенка? Это, по-моему, немножко с иронией было сказано. Или есть какой-то контекст только персоналу. Зачем сюда зашел? Хотя плюхи какие-то полутал все равно. Бля, как туда пройти? Может... Может так? Ну, по... Стрел... Стрел, во всяком случае, бесконечный. Так что... Фотодожо. Оружие ближнего боя могут использоваться против врагов. Эй, ты очень симпатичный паренек, ты никогда не думал стать моделью?
Тоже чмо какое-то. Чё они все в телефонах сидят, я не пойму. Ага, а чё я стрельнуть не могу туда? Слишком высоко. Не выходит. Видать, залезть как-то надо туда. Ищешь Токена, он живет в коттеджном поселке вместе с другими богачами. Ну, мне надо вот направо, давайте сначала направо, а потом налево. Шарик, волосы, а, парик, волосы, пучок. Ну, что за шарик? Бля, все в телефонах, прям современный мир. Эльфы. Like ответный удар, это у нас... Ответный удар, это у нас чё? Так, ладно, а это чё у нас такое? Быстрый удар по яйцам помогает разрешить многие споры прямо на удивление. Если прием выполнен идеально, неприятель будет оглушен. А, все, понял, как он выполняется. А сам себя он хилить не может? Пусть тогда пьет целебный эликсир. Побочных эффектов нет. А что? Он не восстановил хп себе. Чмошник. Чего? Ага, то есть я в основном, я так понимаю, мажу. Ага, и теперь у меня очков не хватает, чтобы... Бля. Все очень плохо. Прям. Да потому что это чмо, я на него нажал выпить эликсира, а у него хп не А, я не то что-то сделал, да? Целительный и этот, это совсем другие разные вещи. Ну а теперь мне капец. Да. И мы проиграли. Ну, средний уровень сложности, что поделать. Почаще проверяй свой инвентарь, не забывай. Да, я просто спутал целительный эликсир и... Ну, вы поняли. Ничего, сейчас разберемся с ними. Так, сейчас сделаем нормальный удар по яйцам. А, бля, еще и С! Ну какие же они сволочи. Да, еще и С какой-то надо было жать. Не, а кто знал? Кто знал-то? Что надо еще и С какой-то жать? Ну да ладно. Со второго раза все получилось. Надо еще научиться. Hey, over here. Don't worry. Не волнуйся, я тебя не обижу. Это я, Эл Гор. Ты ведь знаешь Эл Горы? Я супер важная персона. Ладно, послушай, я обнаружил какую-то очень странную деятельность в этом районе. Я думаю, что мы имеем дело с Чел-медведа-свином. Я знаю, что это напуган, но мне нужна помощь. Возьми эти штуки и размести их в местах, указанных на Чел-медведа-карте. А теперь я добавлю тебя в друзья на Фейсбуке. Это очень престижно. Теперь у тебя есть мой имейл, так что не давай его никому.
Я супер серьезно. Скорее, мы должны выяснить, здесь чел-медведосвин или нет. Ну, серию про чел-медведосвина я знаю. Нажмите N, чтобы открыть свою домашнюю страницу. Ни хрена себе, у меня друзей много как. Аж на 7. А, это Facebook, типа, их местный. Не может быть, чувак, у тебя есть все платные плюшки. Вот отстой. А вот моя сраная стервозина Маман разрешает скачать только одну плюшку. Скачай репак, чувак, и будет тебе. Так, находки. И чё, друзья? Один у меня этот чермандыр есть какой-то. Всякие эльфийские трофеи. А это все оружие в игре собрать. Задание. Письмо Крейгу Токену Твику. Сенсор чел медведа свина. Трусы. Ключ от логова хаоса. Прикрепить сенсор к флюгеру. А, ну я понял. Что за говно там под лавкой было? Что-то страшное, несуразное. Добро пожаловать в кафе Твиков. А, я помню, тоже эта серия была там, где... Да, это кафе, типа... Like a pristine meadow, known only to the wild horses that graze there. Would you like to try some coffee? Ладно, я понял. Да, то, что там какой-то гипермаркет они строили и хотели. Ни хрена себе, это что за трещина такая, как в Докторе Кто прям. Что с ней сделать? Проломить, я понял. Полосатая соломинка, целебный эликсир, маленькая порция. А, что это сейчас? Я нужен сейчас? Ничего не выйдет. У меня куча других дел. Я не могу сразу делать все сразу. Постой, ты... У меня доставка через 4 часа. Можешь подменить меня? Если да, я успею закончить дела, и здесь у меня останется еще время поиграть. Пожалуйста, сможешь? Тебе нужно идти домой, Кенни, как обычно. Вручи им вот это. Они отдадут тебе посылку. Бля, тяжело читать. Как я должен сделать это все? Без шансов, чувак. В Старбаксе человек 8 работает, а тут только я. Бля. Поговорите с Маной Кенни насчет доставки. У него тут спереть ничего не... А, у тебя постойчик. Залезем наверх. И посмотрим его сундук. Больше кофе. Больше кофе. Да, психованный чувак. Всегда актуален. Лишки под глазами, эликсир скорости. Зачем нужны эти все косметические раскраски, если это можно было и так сделать по меню создания персонажа? Попробуй как-нибудь кофе. Это именно то, что нужно, чтобы не терять концентрацию в течение школьного дня. Наверное, в этом есть какая-то ирония, типа детям нельзя пить кофе, но... Но не все с этим согласны. Это чё? Том Кенни. Окей. Детский парк. Бля, где бы здесь найти... А, на ферме чел-медведа-свина. Где бы здесь найти флюгер, чтобы... Ну, не флюгер, а этот... Перемещалку. Ну, вы поняли, чтобы перемещаться. А, вот она. Отлично. Правда, не уверен, что имеет смысл. А, ну вот сюда вот имеет смысл переместиться. Почаще проверять свой инвентарь. Блин, подсказки одни и те же. Ну да ладно. Не страшно. Так. А чё можно сказать? Бля, кто вечно строит этих козлов? What the fuck are you? Козёл. Сволочь. Тварь. Тварблад. Ага. Я вообще пошёл не туда, куда нужно. Давайте в этом видео всех троих попробую найти. Slow.
Что значит slow? Медленно. Ехать медленно, типа. Темные луга. А мне. Мне сюда надо, да, действительно. Security. Сэр, это охраняемый поселок, мы сюда всякое отребье не пускаем, не загораживайте проход. Только попробуй еще, я буду гасить тебя перечным газом, пока в мумию не превратишься. Незваный гость, новое задание, надо как-то проникнуть. На твоей стене только что появилось сообщение от Картмана, нажми О, чтобы прочитать сообщение. Ха, чувак, ты только что выложил видео, где ты в облаке перечного газа. Погоди, дай еще раз посмотрю. Когда знаешь, чем все закончится, смотрите сейчас мощнее. Оружие Джимбо включает газовые маски, которые делают перцовый аэрозоль бессмысленным средством самозащиты. Приезжай. Ага. То есть мне надо теперь к Джимбо ехать. Дом Крейга. Чел Мебеда Свин. Оружие Джимбо. Ну что ж, я так понимаю, то что мне здесь делать-то особо нечего. Сейчас попробуем тут найти перемещалку. Ну, что я могу сказать точно, так это то, что музыка мне в этой игре нравится. Стэн один раз ставил мне в ухо чего? И чё, я разбила толку-то? А толку нет от того, что я разбил. Крейг такой сексуальный, будто на всё пофиг. Да, или он просто тупой. Так, созови лучших. А есть у меня вообще какой-нибудь... Тут, в принципе, идти что вниз и вправо, что... Отсюда идти влево. Разницы большой нету, так что можно даже не перемещаться, а просто тут где-то вниз можно пройти, да? Что-то я не вижу, правда. Тут где-то должен быть переход. Нет. Нет. К Джимбо мы пойдем позже. Надо сначала получить все три задания, а потом их выполнить поочередно. А, вот переход. Ты знаешь, если кому-то крутить сосок... Чего-то там про сосок. Так, я там, где надо? Бля, непонятно ни хрена. Но кажется, нет. Надо еще, наверное, одну улицу перейти. О! Хорош, открываем потихоньку. Дом Крейга. И я даже не понял, как я тут оказался. А, ну, в принципе, к этому все и шло. Оказаться тут. Крейга ищите? Ну, он не сможет поиграть с вами. Его оставили в школе после уроков. Он показал последний... Чего? Он показал палец учителю, судя по всему. Че, ради чего это все? Ну что ж, собственно, вот мы и получили все три побочных задания. И думаю, можно, в принципе, начать их выполнять. На самом деле, в Фейсбуке я печатаю гораздо быстрее, чем разговариваю. Мне надо тебя зафрендить, так дело быстрее пойдет. Окей. Новое сообщение. One new friend. Туда, это куда проще, чем разговаривать. Как бы там ни было, мне кажется, что между нами с тобой есть реальная связь. Не знаю, кто это. Да и знать не особо-то хочу. Ну да ладно. Вопрос, как с крысами справиться? Меня интересует. А где ближайший флюгер? Бля, они не отображаются на карте. А вот они отображаются на карте. Или нет? Ну ладно, в любом случае... Зачем здесь дрова повсюду? Я вот чего не пойму. Ну ладно, выполнять все эти побочные миссии мы будем в следующем видео. А, так что если вам... Sorry, but we can't be friends until you have more friends. Если вам понравилось это видео,
Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и смотрите продолжение, типа. Да. Дом Картмана, цветок для принцессы. Да, туда мы и отправимся в следующий раз. Так что смотрите на моего клёвого самурая. С вами был Сет. До свидания.